Папилломы – это кожные образования доброкачественного характера. И, как правило, они очень часто приносят как эстетический дискомфорт человеку, у которого есть такие папилломы, так же и физически неприятные ощущения. У меня было так же, появилась папиллома совсем не в нужном месте, скажем так, именно там, где ее совершенно не ждали. Я применила один из народных средств, но перед этим изучила немало полезной информации, как же народная медицина предлагает избавляться от папиллом. Папилломы бывают разные, бывают темного цвета, бывают прозрачные и удлиненные. Так вот, у меня папиллома, например, была именно из второго варианта, прозрачная и удлиненная. И давайте сейчас я вам расскажу, какую я сделала подборку, как же можно в домашних условиях быстро удалить папилломы. Ну, о лечебных свойствах хозяйственного мыла, конечно, многие знают, не все этим мылом пользуются из-за специфического запаха, но в лечении папиллом это мыло тоже находит свое применение. Новообразование необходимо натирать смоченным в воде хозяйственным мылом каждый вечер перед сном, один раз в день. И хозяйственное мыло будет создавать на коже щелочную среду, и папиллома постепенно будет иссыхать. Единственный минус такого средства от папиллом состоит в том, что это продолжительная очень процедура. То есть за 2-3 дня папиллому вы не удалите. Нужно будет месяц, а может даже больше делать такую процедуру. Ну а под воздействием хозяйственного мыла кожа, конечно, будет высыхать, начнет шелушиться и даже, возможно, появится раздражение. Поэтому здесь выбор за вами, подойдет ли вам такой вариант. Второй вариант, как можно удалить папиллому, это касторовое масло. Удаление папиллом с помощью касторового масла менее агрессивный способ, нежели первый. Несколько капель такого масла нужно втирать в места, где у вас появились новообразования в виде папиллом, утром и вечером, 2 раза в день. И процесс лечения тоже может растянуться на несколько недель. То есть за 2-3 дня удалить папиллому не получится. Третий вариант, как можно избавиться от папилломы, это при помощи йода. Вот как раз йод действует намного быстрее, нежели первые 2 варианта. Необходимо взять просто обычную ватную палочку, смочить ее йодом и наносить точечно на папиллому 2 раза в день, утром и вечером. При помощи йода, если папиллома тонкая, на тонкой ножке, то ее можно удалить за буквально 3-4 сеанса. Если папиллома будет побольше в размерах, более длительная будет процедура. Ну, а я же применила для удаления своей папилломы средство суперчистотела. Купить такое средство можно в готовом виде уже в аптеке. Стоит оно совершенно копейки, хватает на очень долго. Например, у меня папиллома была небольших размеров, она была удлиненная, прозрачная, как я в начале видео сказала. И я просто точечно наносила, опять же, утром и вечером на эту папиллому суперчистотел. И в процессе, когда я прижигала папиллому, было неприятное такое немножко жжение. Обязательно здоровую кожу вокруг папилломы рекомендую смазывать дополнительно жирным кремом, потому что кожа обжигается здоровая и будет немножко потом шелушиться, облазить. Если вы не хотите раздражения дополнительного, то обязательно применяйте дополнительный крем. А сама же папиллома, она с первого применения сразу у меня потемнела. И уже на третий прием, то есть на второй день утром, она уже была немножко такая подсохшая, появилась корка. И на третий день, рано утром, когда я пошла обрабатывать папиллому, у меня ее уже не было. Она просто отпала. Когда я мылась, например, в ванной, то обязательно заклеивал дополнительно пластырем, чтобы лишний раз ее не смачивать. И буквально за неделю у меня отвалилась корочка, которая появилась на месте бывшей уже тогда папилломы. И никакого шрама у меня не осталось. Поэтому выбирайте, дорогие друзья, удобный для вас способ. Вот такие 4 варианта предлагаются в народной медицине, как можно избавиться от нежелательных папилломы.